Всем привет, друзья! Наконец-то я дождался пленку, 3D-пленку на свой Покафон. Потому что я хожу без пленки, хожу без стекла защитного. Ну и, в принципе, есть... Хотя он еще до сих пор мне не поцарапался. Давайте-ка я покажу, наверное, что он мне не царапанный. Так. Где-то у меня тряпочка была. Надеюсь, вы никуда не спешите. Сейчас мы эту пленку приклеим, само собой. Ну, царапин нету. Думаю, камера хрен сфокусируется. Ну, поверьте на слово, царапин нету, но тем не менее, как-то хочется какую-то защиту доприклеить. А стекла я как бы не очень в последнее время уже уважаю. Они прибавляют толщине смартфону, тем более Покафон как бы не самый тонкий смартфон, да? Ну, не нравится мне в последнее время. Вот решил я приклеить гидрогель-пленку, которая добиралась до меня 15 дней. Кэшбэк сервис, ссылка в описании. Регистрируйтесь, покупайте смартфоны, и такие вот пленки получаются у вас практически на халяву. Так, ну и ссылка в описании будет даже также на эту пленочку. Тут, по-моему, две штуки должно быть. Да, две штуки я написал. Да, кстати, это пленки, там переходите по ссылке в описании на все модели Xiaomi. То есть там Redmi Note 5, ну, в общем, Redmi 5, все, что, ну, любые там. Выбираете просто подходящее. В общем, ссылка в описании, там легко и быстро разберетесь. Давайте-ка я буду вскрывать и смотреть, что там пришло. Тут главное, конечно, ее сейчас не повредить ножом. Покафончик хороший телефончик. Рекомендую, чуть-чуть не распорол. Так, ну вот, да, две штуки. Больше там ничего нету. Хотя есть протиражки всякие, которыми я обычно не пользуюсь, поэтому их в сторонку. Так, две пленки. Как видите, пленки пришли без всяких пластиковых приблуд для направления при поклейке. Так что вот интересно, как я сейчас это все дело приклею. Так как вот у меня есть там на Redmi Note 5, я клеил пленку. Достаточно популярное видео, да. И как же там народ бомбит, что вот я неправильно там с этой вот эту... Какой я идиот, там надо было вот эту пластиковую форму воткнуть там в микро-USB и по направлению приклеить, а я приклеил неправильно, какой же я идиот. Ну, тех людей я, конечно же, забанил, потому что они перешли уже на личности, на личные оскорбления. Тем не менее, я хочу сказать, мне пофиг абсолютно, как там правильно, как неправильно, я приклеил, и приклеил очень даже достойно и хорошо. Так, а вот скажите мне, как это клеить, когда нету вот той самой пластиковой приблуды, что их, ее выбросить, вот интересно. Я думаю, нет. И сейчас мы попытаемся, я попытаюсь прямо на камеру приклеить. Посмотрим, что получится. Так, прикладываю для начала. Смотрим, что она, да, от Покафона. В последнее время мне очень нравятся такие пленки. Они совсем какие-то тоненькие. Во-первых, в чем плюс гидрогель пленки? В том, что она как бы не оставляет на себе царапин. То есть вы там ногтем проведете или чем-то. Появляется такая типа царапина. Но это не царапина, а углубление, которое потом постепенно так затягивается. Хорошая вещь. Да, при падении это не защищает смартфон, его дисплей. Он может разбиться у вас. Но, друзья, может произойти что угодно, и в стекле разбиться. И вообще, мне это сейчас как бы особо уже так не волнует. Как бы, ну, разобьется и разобьется, что на этом. Все в этой жизни... быстротечно, так сказать. Давайте-ка перейдем к делу. Ссылки в описании будут. Смотрите, сколько стоит. Стоит там недорого, насколько я помню. Вот. Я не собирался покупать супер дорогую пленку. Да, конечно, если ее покупать где-нибудь в местном магазине, тут друзья накручивают и на 100%, и на 1000%. Вот. А если заказывать напрямую из Китая, само собой, все это гораздо... Конечно, камеру приклеивать не очень удобно. Давайте-ка я, наверное, подложу вот коробку от Покафона. Я ее достал, не знаю зачем. Вот. Но, видимо, для этого я ее и достал. Пригодится, да? Да, все-таки мусор остается какой-то. Можно взять, конечно, и протиражки, которые идут в комплекте. Там одна типа спиртовая, вторая уже идет сухая. То есть для финишного, так сказать, протирания. Но я особо не заморачиваюсь. Останется там какой-то мусор. На пленке не видно. Обычно, когда такую пленку приклеиваешь, все же остаются какие-то пузыречки там небольшие. Так, я так понимаю, надо начинать с камер. Остаются всякие пузыречки.
Но они потом буквально через сутки пропадают. Куда-то они сами как испаряются. То ли от нагрева смартфона, то ли по каким-то другим причинам, мне неизвестным. Так, ну, первое надо, видимо, я что-то не понял, какой стороной. Так, вот так вот все отлично. Ну, видимо, красную, тут указано красная и цифра 1. Для дурачков, типа меня, да? Что надо начинать именно с этой стороны. Так, ага, вот оторвалась в районе камер. Как бы так, чтобы вам было видно и чтобы мне удобно. Так. Еще раз протру, тут пыль все-таки садится. Ты смотри, ну, ничего не могу сделать, у меня ветер из окна идет. А если окно закрыть, конечно, шума будет меньше, но дышать будет нечем. Так, ну что, прикладываем. На самом деле я нахожусь достаточно далеко от самого смартфона, и мне неудобно. Главное центровать вот эти вот отверстия, ну и посмотреть, как дальше пойдет, да? Так, а дальше пойдет, я смотрю, кривовато. Еще раз поравняю. Не хочется ставить на паузу. Вы уж, если хотите, перемотайте. Так, так, так. Ну, слово равняется легко. Так, ну, вроде бы вот так. Так. Так, стойте. Это у нас отрывает уже сверху. А как же мне там оторвать тыльную сторону? Хлястика-то нету. Так, ну-ка, вырубайся. Дружище. Вот это интересно. А как мне ту сторону оторвать? Опять я не смотрел ничего. Никаких там рекомендаций. Или как это сказать еще? Инструкций. Но тем не менее. Сейчас я попробую сделать, так сказать, в онлайне. Для вас. Солнце появилось. Дайте-ка я прикрою окно. Ну вот у меня есть такой шпателек. Я буду одновременно разравнивать и отрывать дальше вот эту вот защитную пленку заводскую. Так, хочу посмотреть, идет ли ровно. Так, ну чуть-чуть вроде как косит, или мне кажется. Или мне кажется. Давайте еще я оторву разочек. И все-таки... Вот, кстати, интересно, можно ли ее отрывать и еще раз переклеивать. Так, ну походу так и пойдет, как пошло. Зря я оторвал. В любом случае у меня вторая пленка, я всегда смогу эту оторвать и уже не на камеру приклеить более, так сказать, ровненько. Так, ну, можно сказать, приклеил удовлетворительно. Тем не менее, когда эта пленка чуть-чуть косит, там, это не сильно страшно, так как она на самом дисплее практически не видна. Так, воздух надо согнать вот этот вот, который не хочет сгоняться. Для этого существует у нас шпателек. Вы можете вместо шпателя, такого если у вас нету, с матерчатой вот такой поверхностью, да, можете использовать какую-нибудь карточку кредитную. Но только единственное, что, чтобы не поцарапать, хотя вот эта вот поверхность все равно она защитная, поцарапать ничего страшного, можно использовать. Можно использовать также кредитную карточку одновременно вот с таким вот лоскутком материала каким-нибудь найдите у себя. Так, ну что, отрываем теперь. Так, а как она отрывается? Она не отрывается там, так как мне не надо. Не пойму. Не пойму, она что, настолько тонкая или... Да, она отрывается не так, как мне надо. Если у меня ничего не получится, друзья, то я, пожалуй... Так, выключайся. Не буду рекомендовать. Защитный слой на поверхности очень сидит, не хочет отрываться. Давайте-ка я все-таки на паузу поставлю, сделаю это и продемонстрирую уже вам. Так, ну вот, сейчас должно получиться. Смотрите, вот тут придерживаю пальцем, беру этот хлястик и отрываю. Так, пленка остается. Ага. Ну и опаньки. Готово. Так, ну как видите, пузыречки остались, но я вас уверяю, они потом все растворятся. Буквально где-то за сутки их не будет. Я уже не первый раз клею такую пленку. У меня на Redmi Note 5 такая же гидрогель-пленка. Очень клевая штука. Даже вот смотрите, я вам сейчас покажу. Выключим дисплей. То, что я там немножко по краям промахнулся,
Этого даже незаметно. Она настолько тонкая и приклеивается буквально по всему периметру с загибом. Ну, поэтому, видимо, ее и называют 3D-пленка. Садится, ее потом вообще не видно. Главный плюс ее также, то, что она имеет олеофобное покрытие. То есть, вот, пожалуйста, не ляпается, ничего. Отпечатки не остаются. Это во-первых. Во-вторых, из-за ее толщины, как бы это ни стекло, она не искажает вот картиночку. И дисплей прямо вот смотрится, можно сказать, девственно красивым. Конечно, подобрал я словечко. Давайте в макро покажу, как она приклеилась. Как видите, вот пузыречки. Но когда вы ее приклеите, это вас не должно смущать. Поверьте, друзья, пузыречков потом не будет. Чуть-чуть подождите, и они пропадут. В следующих видео я продемонстрирую, что их уже нету, а пленка наклеена. Конечно, вы можете подумать, что я вторую приклеил. Без пузыречков. Но поверьте на слово, все будет нормально. Мне смысла обманывать нету. Давайте вот еще вот так вот покажу. Насколько она тонкая, что даже в районе камер пленки практически незаметно. Хорошая штука. Ссылки в описании. Переходите, смотрите, сколько стоит. Стоит она дешево. Также ссылки в описании, не забывайте, регистрируйте на кэшбэк-сервисе. Также ссылка в описании будет на этот смартфон. Смотрите, сколько он стоит, он подешевел. Ну и подписывайтесь на канал, будет много интересных сравнений. Много я сейчас заказал смартфонов. По крайней мере, три хайповых смартфона идут. Ко мне это Redmi Note 6 Pro. Это Mi Max 3 7, Xiaomi фирмы, да. И Honor 8X Max. Его одноклассник, его прямой конкурент Mi Max 3. Очень интересный смартфон и очень красивый. Так что, друзья, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Далеко не уходить.